Традиционную ночь музеев в Самаре встретят 20 мая. В этом году все события этого дня объединены темой «История и история». А как известно, в столице губернии многие здания хранят свои легенды и мифы. За каждой городской площадью скрывается своя история. Множество интересного можно узнать и о музеях Самары. Поэтому без пеших экскурсий не обойтись. Их на время акции организовали более 30 штук. Профессионалы и экскурсоводы-любители познакомят жителей и гостей со знаковыми местами. Так, представители детской картинной галереи расскажут интересные факты и истории о двух местах в исторической части города – Хлебной и Самарской площадях. Две интересные, богатые истории локации. И сначала будет экскурсия по району Самарской площади. Вспомним ее историю – дореволюционную, послереволюционную и ближе к современности. А потом с небольшим перерывом мы переходим к Хлебной площади. Ну, это вообще место, где образовалась Самара, где прошли первые столетия ее истории. Впервые в этом году реализуют формат аудиоэкскурсии. Все желающие смогут скачать гид и изучить улицу Фрунзе. Кроме экскурсий, по традиции распахнут свои двери музей Самары, а также множество разных творческих организаций – театры, библиотеки, галереи, арт-пространства. Всего будет работать 61 площадка. Каждый год появляются новые формы проведения Ночи музеев, поэтому посетители ждут не только экспозиции, но и лекции, мастер-классы, викторины и многое другое. В сквере Ильдара Рязанова пройдет музыкальная программа, спектакль-концерт «10 лет на двоих». Гости площадок увидят фильмы знаменитого кинорежиссера, а также новую картину-экскурсию о Самаре, необычная, премьера которой состоялась на прошлой неделе. Вечером 20 мая еще одним местом притяжения горожан и гостей города станет Струковский сад. Здесь творческие коллективы расскажут музыкальные истории. Джазовые коллективы, духовые оркестры, концерт московской группы «Вива» с музыкальными историями нашей отечественной эстрады 20-21 веков. Замечательный концерт басов уже на «Волге». Михаил Казаков, солист Большого театра «Тарканчулия», выступят с программой, посвящением Федору Шаляпину. Во время акции в Струковском саду также пройдет атмосферный кинопоказ картин эпохи немого кино, интересные факты о которых расскажет историк кино и ведущий научный сотрудник ВГИКа Сергей Каптерев под аккомпанемент композитора и пианиста, лауреата международных конкурсов Вячеслава Шевердина. Узнать подробнее обо всех площадках можно уже сейчас на карте «Ночи музеев». Она доступна на сайте и в соцсетях администрации Самары. Кроме того, все детали акции доступны на информационных ресурсах участников. А 19 мая с 15 до 20 часов и 20 мая с 12 дня до 23.00 будет работать информационный центр «Ночи музеев» на пересечении улиц Куйбышева и Ленинградской. Волонтеры расскажут все необходимое об участниках музейного турне этого года. Во время акции для комфортного передвижения между точками проведения организовали бесплатные экскурсионные автобусы. Транспорт со специальным логотипом будет ходить 20 мая с 15 часов до половины 12 с интервалами в 15 минут от остановки Самарский филиал Третьяковской галереи до Хлебной площади. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События.